приветствую на канале Wow Animal Life. Люди подобрали слепого котенка. Пешеходы нашли возле жилых домов слепого котенка, который истошно плакал. Однако, уже при первом взгляде стало ясно, что это не просто домашний котенок. Когда стоит дело с неизвестными животными, необходим визит к ветеринару. Специалисты подтвердили, что котенок еще очень молод, возможно, лишь несколько часов от рождения. Они предположили, что мать по каким-то причинам переносила своих детенышей в другое более безопасное место и забыла одного. Следующей задачей стало определение вида малыша. Малыш оказался удивительным существом из мира тайской флоры и фауны. Он принадлежал к редкому виду диких кошек – азиатский рыбный кот. Несмотря на кажущуюся банальность названия, эти кошки действительно уникальны. Они ловят рыбу самостоятельно и с большим увлечением. К сожалению, эта порода кошек считается редкой, и их численность резко сокращается. Поэтому случайная встреча с котенком, которого теперь зовут Симба, стала настоящим счастьем. Специалисты надеются, что он восстановится и сможет вернуться в дикую природу. После первоначального осмотра Симбу поместили в ветеринарный центр для диких животных. Сначала он был в инкубаторе, но со временем начал передвигаться самостоятельно по территории учреждения. Специалисты тщательно следят за его состоянием, чтобы определить, когда он будет готов к возвращению в дикую природу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.